Знаете ли вы историю принцессы Иссы? В легендах ее называли Избавительницей. Говорилось, что она дитя, которое остановит безумную войну. Что она принесет новую эпоху покоя и милосердия. Мне даны были дары воспоминаний о мире, которого я не видел. Верность королю, которому я не могу служить. И любовь к ребенку, которого я не мог спасти. Как думаешь, что им нужно? Все. Я ее нашел. Оставляющую шрамы. Я дитя войны. Меня учили, что любовь — это слабость. Есть разница между правосудием и местью. Ты заплатишь за предательство. Подожди немного. Люблю эту часть. Держитесь. Мне проблемы не нужны. Мы их и не доставим. Вы готовы? Нам с тобой знаком страх. Покажем им, что мы не боимся. Покажем им, что мы — это не только наши оковы. Король — человек, и неуязвимых людей не бывает. А легенда будет жить вечно. Время пришло. Ради всего, что вам дорого. Защищайте друг друга и не щадите никого. Кто из вас готов умереть за то, во что вы верите?